Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня я научу тебя играть на укулеле песню группы Кис-Кис «Мелочь». Кстати, прикольная песня, мне прям зашла, мне прям понравилась, прям я поставила 10 из 10 и свой лайк. Вот, научу тебя сегодня играть эту песню, как всегда, в супер доступном и понятном формате. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю, что у меня есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Осталось вот прям вообще чуточку, прям вообще чуть-чуть-чуть-чуть. Да ты можешь своей подпиской помочь мне ее достичь, все очень просто. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Ночью подъезда, музыка детства, давай не будем взрослеть. Мятая пачка, вкус от жвачки, я могу вечно смотреть, как ты куришь одну за одной, лет на губах сигарета. Кажется, мы целое дно, мне совсем не верится в это. Снова пропал, которые сутки, мне не уснуть, проклятые мутки. Редкие занятия, время на трубке. Я перестала писать тебе. Мелочь, в кармане значит все в порядке. На телефоне есть зарядка, а мы в метро играем в прятки. Все по кругу. Мелочь, внутри людей так много желчи. Проходит время, но не лечит. Мы также избегаем встречи друг без друга. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле! Вся песня состоит на 4 аккордах. Сейчас как раз мы с них и начнем. Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу. Далее у нас идет аккорд G. Зажимаем 3-ю и 1-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 3-м. Далее у нас идет аккорд Фа. Зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 1-м. И у нас есть в переходе и в припеве еще один аккорд, аккорд ДМ. Мы просто зажимаем к этой конструкции 3-ю струну на 2-м ладу. Получается АМ, Джи, Фа, ДМ. В первом куплете у нас с вами будут аккорды АМ, Джи, Фа, Джи. Все, больше ничего не будет. Причем мы первый куплет и вступление, да, вот тут есть еще вступление, я просто вам не показала, но оно есть. Мы будем играть 4-3-2-1 вот этим переборчиком по другому арпеджио. Если вы не знаете, что это такое, есть целый видос на канале, обязательно посмотри. Так вот, мы это будем играть один раз на один аккорд, получается. То же самое будет во вступлении. У нас будет связка аккордов АМ, Джи, Фа, и мы ее играем два раза подряд, получается. Тут начинаем петь первый куплет. Ночью подъезда, музыка детства, давай не будем взрослеть. Мятая пачка, вкус от жвачки, я могу вечно смотреть, как ты куришь одну за одной, тлеет на губах сигарета. Кажется, мы целое дно, мне совсем не верится в это. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет переход. Вот в переходе у нас добавляются аккорды М, получается ДМ, Фа, АМ и Джи. Причем тут разгон идет в оригинале, и поэтому мы будем делать 8 ударов вниз на каждый аккорд, кроме аккорда G. На аккорд G мы просто сделаем удар вниз. Один. Так вот, как же мне эти 8 ударов-то, собственно, посчитать? Тут все очень просто. То про себя считаем 1, 2, 3, а вот на слово 4 на каждый слог будем делать удар. То есть 4 и на 5-6 тоже 5-6. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как это выглядит с аккордами? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз. Со словами. Снова пропал, которые сутки, мне не уснуть, проклятые мутки. Предки звонят все время на трубке, я перестала писать тебе. Вот, ну а далее в припеве у нас с вами начинается нормальный таки бой. Бой у нас будет восьмерка, по-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Причем мы играем его один раз на один аккорд. Самое главное в припеве, вам нужно передать прям тягость, прям вот, прям такой панк-рок. Сейчас все покажу, как должно выглядеть. Мелочь, в кармане значит все в порядке. На телефоне есть зарядка, а
Далее у нас с вами идет второй куплет. Второй куплет мы также начинаем играть с помощью арпеджио. Получается. Что делать дальше? Прыгнуть в ближайший и на конечный сайте. Так будет лучше. Снова пропущенный. Ты меня не сможешь найти. Я переберу каждый момент, каждое мне обещание. Верила тебе, а что взамен? Отпустила я, прощаю. Помним про переход и роцкерные удары, да? Ложь от того, что еще малая. Сложно все, я много не знаю. Слово, что ты на новый сливаешь. Я так устала писать тебе. Далее у нас с вами идет припев, который играем 3 раза подряд. За первым разом мы играем бой восьмерка. 1 раз на 1 аккорд, напоминаю. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. За вторым разом мы играем 1 удар вниз на 1 аккорд. И за 3-м разом опять бой восьмерка. Сейчас все продемонстрирую, все поймешь. Мелочь, в кармане значит все в порядке. В телефоне есть зарядка. А в метро играем в прятки. Все по кругу мелочь. Внутри людей так много желчи. Проходит время, но не лечит. Мы также избегаем встречи. Друг без друга мелочь. В кармане значит все в порядке. В телефоне есть зарядка, а мы в метро играем в прятки. Все по кругу мелочь, внутри людей так много желчи. Проходит время, но не лечит. Мы также избегаем встречи, друг без друга мелочь. В кармане значит все в порядке. На телефоне есть зарядка, а мы в метро играем в прятки. Все по кругу. Пам-прик-пам! Вот такой вот у нас разбор. Если тебе понравился этот разбор, то поставь свой лайк. Также не забудь написать в комментариях свой вариант на следующий разбор песен и мелодий. Если хочешь показать мне все свои укулельные труды, то все очень просто. Выучишь любую песню и мелодию с моих разборов. Выкладываешь к себе в Инстаграм. И вот самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы мне пришли оповещения, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания своей копеечкой, то тоже все очень просто. Можешь задонатить любую сумму на донат или же подписаться на Бусти, вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это. Готов всех зацеловать, за меня получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.